Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами Элла Дезертир, и мы продолжаем проходить хардкор за крестоносцев. Поехали! Ты у нас главный, так что замоторивай игру. Да, вообще без проблем. Поехали, как говорится. Действительно, всем здравствуйте, и мы продолжаем. У нас с вами героический режим. Это очень сложно, это очень весело. Мы играем с бутылками. Да, так что вот так. С какими бутылками? Ну, хилищами, бутылками. А, ну, мы не настолько хардкорщики, чтобы вообще без бутылок играть. Я попробовал сегодня на стриме, там, вчерашнем, точнее. Без бутылок. Ладно, бутылка. Мы хотели нажать кнопочку N и еще раз всем напомнить, что у нас есть такой веселый клан под названием Жезл Во. Да. Так. Вот, так и в нем уже три, кстати, 4 даже человека, вот видите. Да, вот. Ник и Карент, так что присоединяйтесь. Почему насчет напротив Ника есть красный крестик? Звание. А, он еще не подтвердил. Он еще не подтвердил. Так что вы можете, по-моему, нам приглашение кидать, и мы будем подтверждать, да, нет. Но мы будем набирать и хардкорщиков, и софткорщиков, чтобы да, вам было с кем играть. Как вам угодно, вообще. Вот. Но лично давай. Мы находимся еще раз на гере, мы повторяем. Поэтому давайте. Кто желает с нами поиграть, вы все еще можете этого сделать, и, скорее всего, попадете, будете третьим и четвертым игроком. Вот так. Да. Давай, поехали. Какое у нас задание? Где у нас задание? Кстати, задание. Кстати, ты знал, если ты в городе, ты можешь просто M нажать и телепортироваться куда угодно. Да. Вообще нам халява. Нужен королевские гробницы. А еще ты знал, что можно не просто телепортироваться куда угодно, а еще если нажать на портретик, то ты телепортируешься именно к этому чуваку. Нет. Вот, нажми M и нажми на мой портретик, и ты ко мне телепортнешься. Ах ты какой! Ну, я сейчас не в городе. Но все равно. Ты даже вне города можешь, по-моему, телепортироваться так. Да, но это 10 секунд занимается. Ну, тем не менее. А, так, у нас крестоносец. И крестоносец. Блин, мы же к этому идем. Да. Сейчас будут нам рвать попу на британский флаг. Гори. Да не, я, кстати, сношу неплохо. А, мы да. На обычной сложности разве? Да, походу что-то... А, прошлый... Я же потому что игры создавал, поэтому... Ах ты, ленивая, в общем. Но я должен был быть лидером, и поэтому... Давай Лёрика убьем на этой сложности. Не, давай пересоздадим. Не хочу, мне страшно. Давай! Вдруг он нас убьет. Чувак, я не хочу помирать молодым. Чувак, если нам суждено, мы должны. Но это же будет конец на 4-й серии. Но мы и должны. Я отключился от игры. То есть я не умру? Давай уже, поехали. Итак, эксперт, насколько я помню, да? Нет, посередине, что у нас там? Ну, эксперт. Да, эксперт, поехали. Да. Заводи уже, жезл. Сейчас нам будут действительно рвать. Теперь у меня есть новый союзник, но и враги стали. Вот. Так, сейчас я на тебя прыгну. Как ты мне и научил. Ну, вот, по портретику. Там без разницы, портретик, телепорт. Ну там, да, рядом, но если на телепорт, то ты к телепорту, а так ты прям вот ко мне. А, Кристан. Блин, надо было коняшку поставить, чтобы убегать. Так, вот в прошлый раз мы за 3 удара убили. Сейчас чуток побольше ударов надо делать. Я просто думаю, что-то как-то я... Слишком легко. Мы же хардкорщики. Надо хотя бы на экспертах. Это как-то нормальный режим, это прям совсем-совсем легко. Так, мне надо вспоминать, что у меня здесь ничего нету, в отличие от мега прокачанного и другой персонажа. Другой. Другого. Нет, именно другой. Тут вся тема в том, здесь что другой. Здесь умирать нельзя. Здесь умирать нельзя, да. Там у меня уже 50 какой-то там, 56 уровень.
Ну что, вроде бы снесли, но лилолик нам сейчас налилолит, наверное. Да не, мы вот тут, да тут снесли, там снесем, везде снесем, все хорошо будет. Умрем, так умрем. У меня пухи нету хорошие, размечтался все сносить. Ну что, я сношу, в принципе, там, считай, с двух ударов. О, книжка. Прибыли в Тристрам. Должен признаться, я несколько разочарован. Вот, видишь, мы только что прибыли, а он разочарован. Ой, желтая шмотка. Королю Хандараса не подобает надо жить в таком. Помнить, месте, что мы должны здесь собирать все. Лазаря, так в отличие от обычной. На том, чтобы перенести. Зачем ты туда пошел вообще? Город? Ну, начинай пока события. А, окей. Сейчас нам, короче. Здоровье, мне страшно. У меня 22. Говорю, 2000. Ко сколько там? 22 тысячи у тебя здоровья? 2000. Всего 2200. 2500. 2200. У меня даже меньше, чем у тебя, я и то не боюсь. Но у тебя пушка. Пуфка. Пуфка. У меня пуфка. Да смотри, как. Ты смотри просто, как мы их сносим прям. Ладно. Чуть ли не одного. Первое оглушение делаю я, потом ты. Да. А еще не забывай. А, стой. Ты можешь поменять этот принцип доблести? А нет, вообще нельзя ничего менять у него. Да, мы надо, да, телепортануться. И... Да, ничего не выйдет. Я жму на букву Т, и он говорит, ничего не выйдет. Вот так вот. Отсюда нельзя, но это ж босс. Как бы. Да, все. Я ж от страха ударил. Ну. Ты дурашка? Чувак. Ну ты в курсе, что он тебя мог долбануть сейчас так хорошенько? Нет. Блин, мы его фиг убьем. Да ладно, смотри. И на него оглушение не действует. Действует? А почему он? Блин, он что за лаги? Так, ты там потише лагай. Тут еще, кстати, есть веселое достижение это. Убить. Лилолика. Лилолика, да, чтобы он сначала своих всех поубивал. Мы его, по-моему, с другом выполнили. А, вот сейчас отображается на нем, что... Ну, так я и наоборот сказал, что оно отображается нормально. Да ты что-то сказал, что оно не работало. И почему никто хилку не кидает? Вот это мне больше всего бесит. Я не хочу пузырь бить. Да нормально, он нас даже не покосил толком. Ну а я пузырь-то хочу выпить. Зачем тебе пузырь нужен? Все хорошо. Да, сейчас один удар, и я сдох. Все хорошо, шо. У меня есть такое ощущение, что... Какое у тебя ощущение? Так, я, в общем, на всякий случай понизил немножко звук в игре, потому что, по-моему, тебя не было слышно. Это обыдно. Да, это будет очень обидно, если это действительно так было. Блин, мы его долго убиваем. Особенно тебя не слышно, когда он орёт. Ну да, есть такая тема. Мне не хватает гнева. Долго убиваем, но он нам, кстати, ничего не делает. Я не готова. Ну, то есть, грубо говоря, вся проблема в том заключается, что мы его просто долго бьем. Нас не хватает. Да. Ай, больно. Ай, больно, я сказал. Сказал больно. Да его это не волнует. Не сейчас. Я сказал, что мне больно. Так, ну ладно, почти уже, давай. Да, вот добили. Последний удар. Я сейчас, короче, на последнем ударе подыхаю, да? И 17 уровень. Да, на всякий случай подниму синие шмотки, вдруг они лучше. Иногда я помню, что на маленьких левелах такое бывало. Но нет. О, и еще что-то разблокировались. Да. И мы бежим. Вот, не забывай, кстати, вот эту тройку юзать периодически. Ну да, да. Она прибавляет нам что-то там. Так упавший я. Что-то он долго тормозит. Нам опять в город. Угу.
Чиплинкс. А чё, нельзя было вот взять? Не, это лень. Будем пропускать? Да. Мы будем показывать только в последнем. Расскажи. Так, нам опять тудой. Тудой, подожди, я все разобью здесь, и то, что мне не надо. Я пока начну. Тут кости, ох, могила, фиг. Книга. Орик перебрался в Тристрам. За ним приехала много... Квест могила? Чё? А знать, как Тристрам хочет покоиться в роскошных склепах. Я говорю, книга, глухой. И вот я взялся за лопату, надеясь выкопать пару могил. Ты будешь прыгать на меня? Это предложение? Да. Это констатация факт. Так теперь я день-деньской. Давай уже. Поменял эти... Так, ладно, все, я побежал на тебя нафиг. Я прыгнул на тебя, чувак. Так. Ну, и чё? Ладно. Чё мы стоим? А, ты какой поставил этот? Я всё по-старому. Агро и ослепление. У тебя третий скилл вот есть? Да, всё. Третий у меня... есть, но у меня клетки нету. У меня третий другой скилл. Да я знаю, он открылся на 17 уровне. Принцип справедливости. Не, справедливость или что-то в этом роде. В общем, я не знаю, что он там даёт. В принципе, на некоторое время снижает урон от всех стихий. Вот. Это нам как раз очень надо. Я бы даже сказал, что это нам не просто надо. Это, знаешь, вот манна небесная. В этом случае бежим оттуда. Знаешь, что мне не нравится в крестоносце? Но. Нету какого-то сильного умения на левую кнопку. Есть. Может... Есть, есть. Там будет потом. А, потом или сейчас? Мне сейчас. Надо... Длань небесная на 26 уровне мы получим. Ну, правосудие, ну-ка, что такое? О, молот правосудия. Бах, по башке. 13 хп, да, снес бедняги. А что, вот это правосудие прикольное, я тебе скажу. А, который такой... молот кидает? Да. По стольнику снимает. По 130. А, все, нам его наконец-то дали, я его не заметил даже. Да, вот все, вот. Теперь вот можно с молотом бегать, оно самое хорошее. Нифига себе, он прибежал. Влетел в нашу компашку. Пацаны, дайте молот. Да. Пацаны, я тоже хочу. Ну, лучше всего, конечно, пушку найти хорошую. Это да, но пока у нас с этим делом проблема. Открыть бы на аукцион на пару всех, а? Всего лишь, да? Так, Оза. По-моему, мы пещеру нашли. Да-да-да-да-да, вот, как раз. Так, пойду-ка я сожру. Сожрёшь? Что сожрёшь? Ты что-то там? Ну, там лечение было. Ага. Блин, вот знаешь что? Надеюсь, будет руна, которая будет станить этих балбесов. А, есть не руна, а освещение. Есть, ну, общем, суд. Чтобы, короче, на первую сияющий щит, если ты используешь, там стан есть. О, слуги прибежали. Молота захотели. Угу. Так. Мы сейчас быстренько добиваем. Бежим, убиваем и быстренько начинаем запись следующей серии. Я думаю, что это будет правильно. Урук, матрук. Давай, умираю уже. Я даже не заметил, как мы до него дошли. Так, отойду-ка я от него. Лови мой молот. Ты видел это, да? Да-да-да. Такое самонадеянное забегание внутрь. Так, и чё? По какому праву? А, вот эта дура вылезла. Подыщ, подыщ, подыщ. Нате всем, нате мои плети. Да молотом их угощают, у тебя их бесконечное количество. Да я их плетью. Смотри как, видал? Плеть-то оно получше будет. Мне послышалось, но еще одного архонта тебе не видать. Хватит в торговый ряд играть.
Все? Можно в город идти? Да, только сейчас это найдем. И я думаю, что после этого... Здесь сундук. Да. Давай, один, короче, бежит в город, второй остается здесь, и мы начинаем уже отсюда. Кто пойдет? 15 минут, чувак. Ну как раз, давай, 15 минут, такая коротенькая серия будет. Нет, пойдем город зачистим и все, потому что мне 10 минут дали. Я разговариваю с Кейном. И теперь сли, и теперь можешь прыгать. На кого? На тебя. А, то есть ты на меня прыгнул? Нет, ты должен прыгать, я уже почти нашел. Ой, здесь колодец стоит. Жди тогда, негодяй. Сейчас выпью. Уже начал пить. Уже почти выхлепал, да? Выхлепал весь колодец. Ха! Так, вот. О, крестоносцы. Книжка, и здесь есть кое-что. Давай сюда. Убирайся прочь, тебе же сказали. Но я не люблю убираться прочь. Так, тут есть, кстати... Одежка. Ух, нифига себе. Штанишки неплохие. Кстати, ты знал, что эта пассивка, оказывается, не только на булаву действует, но и на все другие двухручные фигняшки? Да. А я не знал, я только что это узнал. Так, а что-то она мне для меня вообще ничего интересного не продает. Пошли. Для меня продает, погодь. Ну, купи мне что-нибудь. Жалко, щит, кстати, нельзя покрасить. Я скучаю по колдею. Там пахнет элем и развратом. Там пахнет элем и развратом. Я тоже. Все? Да. Вот, теперь она у меня зелененькая. Надо было в белый, наверное, покрасить, ну ладно. Ну, белую краску уже на халяву дают. Ну, а вон она там давалась. Далеко не на халяву. Ладно, пофиг на него. Пофиг на него. У меня пролаги. Побежали, вон, стрелочка же есть, что ты... Тут этот было. Как она называется? Книжка. Книжка, пойдем. После долгих поисков я наконец нащупал верную нить. Рядом с новым крестом. Вон, подружку убивает. Семейство, которому достал воры. Чего они хотят от ее зовут? Давай, открывай уже. Да, нас не волнует, как ее зовут. Отпустите. Фига, он там отлетел. Какие-то дохленькие разбойники. Вон там еще один. Такие эти двойные еще. На. Отведай мои плети, праведный. Нифига себе, я топорик неплохой нашел. Да? Да, он на 600 бьет, на 200 стандартно. Акарат ко мне благосклонен. Ничего так. Ты хочешь присоединиться ко мне? Ножик какой-то какашный дали. Да, я знаю. Да, не тренди. Мы тоже знаем. Погоди, снача. Так весело их прерывать. Ну. Так, нам что здесь зачищать? А как же твоя невеста? Так, иди, активируй. Что говорится в книгах об Аларике и этом. Об Аларике, а? Об Аларик. Давай вот эти две зачистим. И пойдем, да. Типа того. Так, что у нас здесь? Быстренько зачистить две гробницы, забыл уже? Ну да, но эти гробницы сейчас еще по всему периметру надо найти. Ну, еще... расходимся и бьем. Еще главное не ввязаться в задание, которое здесь обычно дается редко. Оно редко очень дается. Но нам оно сейчас повезет. Не думаю. Так, где у нас тут Аларик? Портал. Нам повезло. Да. Ну ты там танкуй, у тебя хп больше. Ну какой ты, а? Не, ну а чё? Я за девушку играю, мне может. Какие-то они слабые на самом деле. Упс. Видал, что моя броня животворящая делает?
Крест животворящий. Все, а у меня броня животворящая. Иди в другую сторону, я в другую. Что значит в другую, в другую? Че, ссыкуешь, да? Нет, за тебя боюсь. Сейчас, как обычно, ты у нас найдешь первый гробницу. А меня сейчас тут окружат и убьют. Как всегда. О, я задание зато нашел. Че, мне идти к тебе? Да. Давай, я жду. Не будет у нас это короткая серия. А, я начинаю, короче, ладно. Она сейчас подтяну. Вот это пока подтянешься. Да я уже вот близко. Вот близко. Ну, пацаны, вы что так больно бьетесь? Дайте я наверх пройду к своему другану. В данном случае подруги. Занимайте холм, братья мои. Не позволим этим псам захватить его. Ага. Главное призраков убивать. Там золотой вон наконец-таки наверх пошел. Сейчас мы его тоже озолотим, смотри. Он что, ножкой пинается. Фига себе, да? И расстроение личности у него. Блин, что-то колодец очень быстро закончился. Такой. Ну, который на 25%, да. Стоим, главное, в ней. Нужно задержать их здесь, пока ключи от священного храма прячут от предводительницы демонов Нерезы в укромном месте. Нельзя терять стойкость духа даже перед лицом неминуемой гибели. Выбираем, главное, стоим что-то там. А нас чуть не взорвали к чертям. Я, кстати, такое офигенное кольцо нашел на второго этого. О, как он называется-то? Крестоносец. Там оно восполняет до 85% в зависимости от уменьшения ХП. Ну, то есть от процента, который у тебя повышает на 85%. Это максимум, который она может сделать, восстановление. Идем сюда быстрее. Что там у тебя такая? Тут золотое с ножкой. Ну! Дезертирка, как всегда, в гуще событий. Мне не хватает. Я тебя спасу. Блин, вон того бы фиолетового убить. Да фиг с ним. Желтого того убивает. Мне просто слуги не нравятся. Да пофигу, мы их выносим с одного удара. Он почти его добили. О! Не, мне вот этот молот тоже что-то не очень нравится, хотя... Не, он офигенный, дальше будет лучше. Низ пойдем зачищать или... Да-да-да, только быстренько. О, вот, да. А ты не хотел вниз идти. Там этого говнюка надо в первую очередь. Я мелкий пока. Добил его? Да. Давай. И книжка еще. А, книжка. Мы были уверены, что сумеем обойти все ловушки, расставленные древними. О, ты какую-то мантру еще даешь нам. Да, я нам даю одну мантру, а ты другую. Ну все. Мы бессмертны. Мой конец. Да, еще третью. Не за горами. И совсем бы. Жадность нас погубила с тобой. Три мантры слишком много. Может, наоборот. Крылатая смерть. Дядя Декарт, это сыкло было. Ну, в его-то возрасте. О, гоблин. Где? О. О, еще один колодец. О, я прям молодой сущий, а. Надо взять колодец в первую очередь. Да, берем колодец. Ща, вон, он. Ты думаешь, нас гоблин... приведет? Пофиг, бегем за... Да, да отстань ты от них! Бей гоблина. Бродобрей по гоблинам.
Успеем, успеем. Отлично. Конечно, успеем. И уровень еще, нифига. А это ты уровень получил? Да. А почему это ты стал раньше уровни получать? Ты поигрываешь на стороне? Чувак, прекращай это делать. Нет, просто, видимо, я убил больше народа. А ну как? Так, ну ты будешь умирать, чувак. Вот, он умер. О, возьми эту фигню. Так, я не понимаю, что это доблесть делает, но фиг с ней. Раз ее добавили в игру, она крута. Вот, ну, а зачем теперь... мне арбалет, а? Теперь я зато прыгать могу, чувак. Смотри. Ну нифига себе ты крут. Ладно, побежали. Здесь еще золотишко есть. Тут еще щит есть. Помутнение рассудка. Вот, на сторону крестоносца теперь враги будут переходить. Помутнение разума, может быть. Рассудка. Сам ты раз утка. Раз утка, два утка. Почему не три утка? Все нормально, прокидывающий удар. Все. Так, идем быстрее сюда. Че там, прям попа-попа? Нет, тут просто жезл во. А, жезл во. Окей. Сейчас ворвусь. Плюс у меня пролаги. Ну, так нормально ворвался. Да. У меня тоже эта хрень появилась. Я думал, почему-то четвертая ячейка на 20 уровне открывается. Ты летучих мышек не хочешь поубивать? Да зачем? Они как бы элитные чуть-чуть в какой-каком месте. Да я тут как бы тоже вроде не с простым дерусь. Да кто тебя знает? Ты ж дезертир. Ну так. О, он на нашей стороне, слышь, я элитку на нашу сторону призвал. Ну, жаль, я этого не вижу. А, вон как. Я его могу убить? Да. Не, когда он на нашей стороне. Да. Че, телепортируемся в город? Ты, кстати, тоже можешь элитку призвать на нашу сторону. Расскажи мне еще одну верную, которую ты хочешь открыть. Этот мир полон опасности. Каждый путник. Ты идешь? В затопленный храм надо этому идиоту квест дать и все. На этом. Ну, я просто телепортанулся. Так же, как давай ты в разные стороны. Вот он в конешку там использован. И пойдем внутрь. Да ты что? Да. Давай уж добьем все это дело. Ну вот том-то и дело не в яблочко. Ты о чем? А когда ты телепортанулся, она такая прямо в яблочко, он там на метр просто пошел. Так, а когда он разделяться будет? Не знаю, сейчас он на нашей стороне. Когда ХП у него убьется, тогда он разделится. Ну так неинтересно. Блин, заюзал неправильно. А ничего, кстати, хочу сказать, так дамажит мое это, когда я прыгаю. Новое умение? Да. Я вот не знаю, что только что на 700 влетело. Не знаю, но я их постоянно прям оглушаю. Ой, еще теперь двое за нас. Ну так интересно, главное, мы их бить можем. В сторону, жезл. Фух! Ты видел? Да-да-да. Такое читерство. Так, книжку. Какой ты, а? Тоже все знает. Ну так. Сколько тысяч раз это было все уже пройдено. Наши дети посили. Паси можешь. Где обломка? Где обломка? Не важно. Жбрыщ. Это же в Диабло Мурлок так делает. Как?
Ну, телепортирует. Легко мы победили ее приспешников. Все, в город. Пора возвращаться. Да. Уложились полчаса. Прям вот четко. Четко. Тетка, давайте Цетка. Прощаться до следующей серии. Да. Всем спасибо и пока. Вот, всем удачи, ребят. Давайте.